Несмотря на постоянные разногласия, которые иногда возникают в семье Игоря Николаева, он и его любимая жена регулярно преодолевают все трудности. Недавно, когда артист забрал свою дочь, слухи о возможном разрыве отношений снова распространились, разжигая интерес у некоторых критиков. Кажется, что спокойствие, которое музыкант нашел только в третьем браке, вызывает зависть у некоторых людей. Однако Игорь Николаев, похоже, не обращает внимания на домыслы и подозрения, которые часто появляются в онлайн-среде. Несмотря на постоянное внимание к своей личности, он продолжает поддерживать и продвигать молодых талантливых артистов. На этот раз он представил публике молодую девушку, обладающую не только привлекательной внешностью, но и великолепными вокальными способностями. Ее исполнение песни «Рыченька» наверняка поразило истинных ценителей хорошей музыки. Как обычно, появление красивой женщины в микроблоге артиста не осталось незамеченным внимательными интернет-пользователями. Среди слушателей нашлись те, кто даже серьезно предположил, что у Николаева появилась новая муза. Она похожа на Проскурякову, только моложе, эта блондинка гораздо красивее жены, и Наташа ей очень далеко, может быть, она новая мадам Николаев, она очень красивая и хорошо поет, возможно, это новая вдохновительница Николаева. Так отреагировали пользователи на публикацию певца.